И старая музыка Людовика Эйнауди звучит совсем иначе в новых стенах Стародубской детской школы искусств. После капремонта юные дарования изучают классику в более уютных и комфортных помещениях. По нацпроекту «Культура» отремонтировали коридор на втором этаже, учебные классы, фасад и крышу. В следующем году собираются купить новые музыкальные инструменты. Школа стала более уютной, светлой, современной. И к нам пришло больше учеников с этого учебного года. Сейчас их 194, тогда как в прошлом году здесь обучалось 159. детей. Нацпроект помог также преобразить Дом культуры в приграничном селе Курковича. Его не ремонтировали 60 лет. На сумму более 1 000 000 рублей частично отремонтировали фасады и несколько внутренних помещений. Заменили оконные блоки. Нам удалось привлечь еще дополнительные средства, на которые мы произведем, опять-таки, частичный ремонт зрительного зала. Эти работы завершатся в октябре текущего года. Дом культуры – творческий центр села Курковичи. Для местных коллективов это в буквальном смысле второй дом, который в этом году стал красивей, а главное – безопасней. Дмитрий Газин, Андрей Шевченко, Григорий Дупанов, Евгений Цветков. События, Стародубский район.